Привет, вы на канале Мария and Hugh Hamster, и сегодня у нас будет вторая часть видео «Травка для хомячка», и сегодня будет мини-влог. Ну, я решила сделать так, что я буду снимать каждый день до тех пор, пока травка не вырастет, и также буду показывать вам чипсы и снимать маленькие влоги. Вот, чипсик наш проснулся, бегает по клетке, да, чипсик? Чипсик. Хорошенький ты. Что он хомяк делает? Я вот сейчас поставлю камеру, чтобы вам было видно. Чипс. Проказник. Он тут шкодничает у нас, да? Я чипсу поменяла корм. Вот, видите. Я сегодня утром чипсу меняла. Вот, тут у нас свежий корм. Больше какой-нибудь лакомство чипсу положу, так как я ему не положила лакомство. Вот. Я учусь со второй смены, и поэтому с утра я была полностью свободна, но лакомство я хомяку не поменяла. Давайте же поменяем. Кстати, вот я вчера хомяку давала огурчик свежий. Знаю, что сейчас пока не сезон, но просто так, чтобы хотя бы чуть-чуть дать что-то хомяку. Вот он то погрыз. Вот. И давайте же поменяем чипсу лакомство. Ну, не поменяем, что-нибудь тоже положим ему повкуснее. Да? Чипс. Он пошел есть огурец. Так мы с тобой огурчики, да, любим? Масечка. Так вот, мисочка уже чистая. Я выбросила старый корм и ее немного промыла. Вот, теперь надо подумать, что положить чипсу в эту мисочку для вкусняшек. Наверное, положу гамарус. Надо еще что-то им положить, так как давно уже сладости не было. Наверное, еще положу вот семена льна с кунжутом. Вот, так как чипсик их очень любит, и практически это для него как лакомство. Также еще я, наверное, ему положу вот рябинки сушеные немножечко. Вот. И колосочка. Не, ну колосок я не буду ложить. Просто потом, в следующий раз как-нибудь. Вот там наш хомячок, если вы видите. Вот, давайте же теперь это все совместим. Вот. Я думаю, что чипсу хватит одной ягодки, так как джунгарикам нельзя много. Вот мы еще такие любим палочки грызть. Просто он их грызет, ему нравится. Вот. Чипс. Ой, господи, голоса хомячок. Видите, вот он тянет. Ему нравится просто. Он просто с ней поиграется, он ее не ест. Дальше ложим. Конечно, я понимаю, что это чипсик каждый день ест, но как бы чуть-чуть положим. Вкусняшки, так как я буду делать мало. Вот. Наш хомяк там уже в нетерпении. Также положим гамаруса. Вот.
Я уже не могу дождаться, когда будет свежая травка у хомяка. Вот, так как очень хочу его порадовать. Вкусненьким. Ну вот, что-то типа так. Маленькая порция лакомства, но завтра мы чипсу приготовим какое-нибудь другое лакомство. Вот дерево надо поставить. То я уже чипсу лакомства несколько дней не меняла, так как у него оставалось. Вот. Пусть теперь хомячок поест. Вот. Так как это вкусные продукты, чипсы, он их любит. Вот там наша мыха сидит, хомячит вкусняшку, лакомство. И давайте же вам я покажу травку. Ну, правда, она не выросла, но все равно. Сейчас еще посмотрим, что там чипс выбрал. Интересно, да? Итак, ну, в принципе, понятно. Что выбрал чипс? Это кунжут. Да. Хомяк кунжут выбрал. Хомяк как сумасшедший начинает грызть пластик от поилки. Чипс, что же надо? Пойдемте, ладно, травку посмотрим. Вы знаете, как это называется? Это называется бешеный хомяк. Грызет в клетке, что попало. Вот зачем вот просто он грызет, а? Хомяк, что ты делаешь? Ладно, уж давайте посмотрим траву, а то все с этим хомяком. Вот она здесь у меня стоит на окошке. Вот. Еще ничего не поросло. Сейчас я попытаюсь открыть контейнер одной рукой. Конечно, вряд ли не получится. Сейчас как-нибудь не знаю. А, вот получилось. Вот, я полностью не буду открывать, просто чтобы вам показать. Вот, как вы видите, еще ничего не проросло. Будем ждать еще несколько дней. Вот, надеюсь, что все вырастет, так как я не знаю, куда я пересажала. Это не похоже, вот этот вот состав, не похоже на землю. Вот, и сегодня я поливала, и я вам не советую заливать, ну, каждый день поливать вашу траву и вообще все цветы, которые у вас дома, так как если вы зальете, у вас появится мухота, вот, и потом вы от нее будете долго избавляться, и поэтому не советую вам поливать каждый день, так как всегда надо трогать землю. Если она влажная, то поливать не нужно. Если она уже вот сухая, правда, или ну такая уже подсушенная, то тогда обязательно полейте. Вот я сегодня полила, так как она уже немного подсохла, и вот. В принципе, все нормально. Вот. У хомяка перерыв, тайм-аут. Да, хомяк? Все. Мы уже устали грызть нашу поилку. Все, сгрызли уже, да? Все, теперь у нас тайм-аут. Итак, если тебе понравилось наше видео, то обязательно ставь пальчик вверх. И подписывайся на канал, а также пиши в комментариях, если ты хочешь... Третью часть «Травка для хомяка». И всем пока-пока!